Зупиняєте ще раз геморой? Проктоглівенол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктоглівенол. Радій життю без геморою. Ой, очнулись. Здрасте. Здрасте. Башка болит, ёлки-палки. Вчера перепраздновал, что ли? А вы кто? Я, ну вот, начинающий лыжник. А вы? А я профессиональный, похоже, когда трезвый. А когда пьяный, еще и экстремальный. Вот повезло! Встретил настоящего профессионального лыжника! Здорово! Тихо ты, не ори только, у меня и так башка болит. А, понял, понял. Ну, раз уж вы здесь, может, поможете новичку? Как я тебе помогу тут? Только с лесенки, если толкнуть. Да нет, меня больше теория интересует. Вот, например, скажите, подъемник лучше брать на один день или сразу на неделю? Тебе лучше поразово. Ну, так же дороже. Так зато деньги на больничку останутся. Сюда тебе точно абонемент нужен. Понятно. А вот на каких трассах лучше начинать? На красных или на синих? Тебе без разницы. После тебя любая трасса желтой станет. А безопаснее как? На двух лыжах или двумя ногами на одной, но широкой? Это называется сноуборд, балбес. Тебе безопаснее домой надо ехать. Сестричка! Медсестричка! О, добрый день! Добрый день! Слушайте, а можно убрать от меня этого экстремала? А то у меня от него башка разболелась еще больше. Можно, но некуда. Все переполнено вот такими вот, как вы. Сезон в разгаре. Скажите, а я еще успею покататься? Да, где-то через месяца два. А побыстрее нельзя, а то у меня путевка только на неделю. А вы что, в первый день катались на лыжах и сломали обе руки? Если бы на лыжах. Представляете, я просто выходил из поезда, а там ступенька скользкая, но я и две руки сломал. Ну не переживайте, вылечим вас. А у вас что, без шлема катались? Нет, я просто в поезд садился, и тут какая-то толстая скотина подскользнулся и прямо с сумкой мне по башке, как... Я в сознании только сейчас при... Ах ты, сволочь жирная! Так, успокоились! Вам нельзя нервничать! А что у вас было в сумке такое тяжелое? Шлем. Зашибись, блин. Значит, кому рассказать, не поверит. Обычно шлем в таких случаях помогает, а у меня наоборот! Можно потише, а? Люди поспать пытаются. А с вами что? Со мной? Да вот, решил перейти, слышно, сноуборд. Прям во время спуска? Да нет, я сначала на лыжах, а потом на сноуборде. Вы знаете, надо было взять инструктора. Так я взял. Вот он. Сука! Сука! Подожди, тебя же вроде по-другому звали. Валера вроде. Фука! Ну, фука так фука, успокойся. Это вы на него во время спуска налетели? А нет, во время подъема. Это как? Да мы ехали с ним на одной этой качельке. Я говорю, давай поменяемся местами, неудобно. А он это, пока перелазил, что-то дернулся этот подъемник, и он вниз как сиганул, а я сверху. Фука! Да поняли, поняли. Фука. Хорошее имя. Очень приятно, Фука. А я Вика. Какое у вас интересное имя, Фука. А я Женя Козлов. Из Козятина. А, козлятина из Козятина. А вы в рубашке родились. Упасть с такой высоты и сломать только руку. А, не, это я еще на лыжах сломал. Ага. Да. Я, ну, думал, на сноуборде безопаснее будет. Ну, хотя так и получилось. Я больше ничего не сломал, ну, кроме сноуборда.
Фука! Оно еще фуки. Фука! Да поняли, фука. Поняли, фука. Фука, это румын ты, что ли? Фука! Нет, это у него все зубы выбиты. Просто вы локтем ему в рот попали. А, я еще думал, что так чешется. А страховочка есть у кого-то, мальчик? У меня есть, да. Я прям специально к лыжам сделал, да. К сожалению, лыжная распространяется только на травмы, полученные в результате катания. А у вас травма, нанесенная в обычной жизни. Так что извините. Ну все, толстый, ты отсюда вообще живым не уйдешь. Так успокойтесь. А у вас? А у меня обычная козятинская страховка. Ой, к сожалению, у вашей козятинской страховой нет договора с нашей некозятинской клиникой. Один-один. У меня VIP страховка. Но только она покрывает ущерб, нанесенный третьим лицам. Так что, получается, повезло тебе, фука? Фука! Давайте, давайте. Принимайте еще одна пострадавшая. Представляете, лизнула на подъемнике. Вот. Но три круга проехала, только на четвертом заметили. Всем привет! Я лыжница-экстремалка. Я всегда катаюсь только по темным трассам. Сейчас даже по 11 покатилась. Это же вообще-то асфальтированная дорога к парковке. Да? А я задумала, человек тупим косо. А, так это из-за нее подъемник остановился. Фука, это все из-за нее. Фука! Ой, а... Кто может мне палку кинуть? Да господи, о чем вы думаете? Девушка, идите в буфет, и там вам горяченького глинтвейна прямо на язык и на... Ага, спасибо. Не за что. Да что ж за день сегодня, а? Здорово! Понимаете? Ты, фука, еще везучий. Ого. А вы рентген делали? А нахрена? Тут и так все понятно. Ага. Похоже, кто-то фразу «кинуть палку» понял буквально. Скажите, девушка, это у меня страховой случай? Ну, страховой не страховой, но незабываемый, это точно. Слушай, толстый, скажи, а ты когда в поезд залазил, у тебя только сумка была? Нет, у меня еще лыжи и палки. То есть мне это еще повезло. Давайте вашу страховую карточку. А, она у меня в заднем кармане там, гляньте. Ага. А, мужчина, вы знаете, тут такое дело. Что там? Или вы ее потеряли, или мы ее уже никогда не увидим. Как не увидим? Вы там внимательно гляньте. Да спокойно, спокойно, выпала она. Надо думать, где страховку хранишь. Ну. Так да. А где же-то вас так угораздило? На 6-й трассе. А, да, это опасная трасса. Мы на ней с Фукой в первый раз упали, да? Да нет, это все этот коронавирус долбанный. Я подошел в очередь за глинтвейном и случайно чихнул. Ну и там такое началось. О. Скажите, а операция сложная будет? Да какая операция? Достанут палку с зеленкой, мазнут и отправят вас домой. О, отлично. Скажите, а вы что, без шлема катались? Не хватало мне туда еще шлем. Так без шлема нельзя. Можно сотрясение получить. А со шлемом, то есть, нельзя? Скажите, а вам не больно? Да нет. Я-то привык. Я ж гаишником работаю. У нас еще не такое бывало. Вы не беспокойтесь, у вас точно страховой случай. Страховая все оплатит, но отлично. Они требуют фото. А, так фоткать, фоткать. Да? Пожалуйста. Мужик, я бы не соглашался. Вдруг в соцсети попадет, ты потом не отбрешешься. Да ладно, вон у меня на Ютубе уже 2 миллиона просмотров. Я эту поездку в Буковель уже давно отбил. Еще один. Здравствуйте. Вы лыжник? Я сноубордист? Стрёмный? Сутенёр? Стул жидкий? Сиськи показать? Где там сиськи? Я студент. А-а-а.
то есть вы просто что-то увидели, испугались, да? Кабан, волк, медведь. Увидел цены на подъемник. Это ты еще глинтвейн не покупал? О! Вы не волнуйтесь, сейчас мы вам уколем успокоительное, и все будет хорошо. У вас страховочка есть? Не-не-не-не-не-не-не. Тогда вот цены на услуги нашей клиники. О, нормально. На анестезии сэкономил. Секундочку. Что ж такое, не работает? А что это такое? Нашатырный спирт. Странно. Я запахов не чувствую. Шухер! Он запахов не чувствует, валим! А то карантин начнется на 14 дней! Ходячие, ходячие, меня заберите! Ходячие! Последний день года, 31 декабря. Так, это, наверное, Галина Кондратьевна, так быстро, быстро! Большое, праздничное! Всех вам благ! Новогоднее шоу-концерт. Тут такая тусовка намечается. Дизель-шоу. Это самое доброе шоу. Это ваше любимое шоу. Это самое лучшее шоу. Из всех. На нашем YouTube-канале.